Хочу его спросить, неадекватность представления чего-либо является феноменом с философской точки зрения? Вот просто обнаруженный факт неадекватности представления. Да, ну тогда можно об этом говорить как о феномене. Значит, есть русский народ, вот как нечто неизвестное. Вот как раз Синий не пишет. И есть политики. Вот поэтому и неизвестно, что не пишет. Да. Вот. И есть политики, которые пытаются представлять его интересы. Ими выдвигается целый ряд лозунгов, вот в частности сегодня, в 16.00, Эдуард Лимонов собирался совершить марш, но им разрешили лишь митинг, с темой отмены приватизации. То есть первое, что, пытаясь представлять русский народ, политики выставляют систему определений, которые по их представлению адекватно отразят неудовольствие, предполагаемое неудовольствие, наличествующее в русском народе. То есть вот первое – это приватизация, да, но если это актуально. Приватизацию ругают все, ну вот, как либералы, так и коммунисты, левые и правые. Вот фашисты, по-моему, об этом ничего не говорят. Теперь второе – это сегодняшнее событие. Вот, второе. Да, уже вторую неделю идет Олимпиада. По Олимпиаде кто только не прошелся, правильно? Вот пишу Олимпиада. Вот, третье. Коррупция. Тоже не нравится. Вот. Далее. Миграция. Ну вот здесь вот более-менее адекватно отражают, но это стихийно. Вот пример Бирюлёва, да, показывает. Но там, правда, политиков не было. Но тоже вот примерно с равной интенсивностью по всем этим темам проходят. Но в массе своей русский народ остается к этому совершенно равнодушен. Вот. Но сюда еще можно добавить пятое – сырьевую ренту. Так, сырьевая. Вот, а русский народ на все это взирает, вот, и оставляет без всякого внимания. То есть такое ощущение, что все это безразлично. Вернее, так оно, собственно, и есть. Ну и здесь еще необходимо ввести еще одно понятие, оно самое важное, оно, скорее всего, все и определит. Тогда ему индекс 0. Это амортизационная рента. Вот жалко экономист, да, ушел у вас, товарищ? Он не жалко. Ушел, да? Так, амортизационная рента. Да, Александр Дмитриевич. И, ну, по-другому еще можно назвать, из дальнейшего повествования будет понятно, потребление износа. Вот с моей точки зрения, это одно и то же. Значит, в чем это проявляется? Тут можно рассмотреть бизнес-модель Алены Дерипаски. Она что из себя представляет? Поставку алюминия на Запад. Значит, в соответствии, это добыча алюминия, это электрофизический процесс пока, да, электрохимический. Ну вот электролиз, расплав электролитов, ну и так далее. Поскольку физика процесса на всей территории Земли одна и та же, то и структура себестоимости выработки алюминия, она более-менее одинакова у всех. Ну или даже не так. Константы. А здесь самое интересное, это, вернее, самое важное. На выплавку одной тонны алюминия уходит 16 тысяч кВт-час. Вот. Значит, одна тонна алюминия потребляет 16 тысяч киловатт-час. Среднемировая, ну это сейчас быстро цифра закончится, значит, среднемировая доля затрат на электроэнергию при выработке алюминия составляет 26%. Значит, на тот момент, когда я считал, это был, по-моему, 2010 год, цена алюминия составляла $2200.
за тонну. Ну вот, таким образом, ну если здесь несложные пропорции провести вычисления, то получится, если на рубли переводить, нормальная цена 1 киловатта электроэнергии, ну среднемировая, будет 1 рубль 10 копеек. Значит, Олег Дерипаска на своих сибирских заводах получал с Саяно-Шушенской ГЭС электроэнергию по 5 копеек за киловатт-час. Вот. То есть у него дельта составляла, ну, чуть больше рубля. Вот. Но для простоты рубль. Да? Вот. А какие это последствия имело? Отрыв турбины на Саяно-Шушенской ГЭС. Сейчас связь увидите. Значит, сумма, получаемая Саяно-Шушенской ГЭС в оплату производимой им электроэнергии, покрывала только текущую эксплуатацию. Все. Вот. Износ был полностью исключен. То есть возможность за 5 копеек за киловатт осуществлять амортизационные вложения, то есть возмещение износа, отсутствовало начисто. То есть фактически, что делает, чем являются заводы Олега Дерипаски? Они, это способ изъятия амортизации из электроэнергетики. Вот. И алюминиевые слитки, которые он поставляет на Запад, служат всего лишь транспортом для переноса этой амортизации. Типа обналички такой получается. Да, ну вот, это конвертация, да, нарастающей, допустим, трещины, да, вот, в деньги. Вот. Алхимический процесс изготовления из ржавления, ну, из энтропии, вот буквально так. Ну вот, ведь износ это энтропия, правильно, если ее не возмещать, мы получаем деньги. То есть вот это алхимическая формула, которая позволяет получать амортизационную ренту. Ну, вот, последствия очевидны. Причем заводы-то тоже как бы ему достались уже готовые. Совершенно верно. И точно так же их изнашивают. Да. Да, и значит, вот тут получается, вот из всех этих соотношений, значит, на каждую тонну алюминия Дерипаска получал около, вот по тогдашнему курсу, около $500 амортизационной ренты чистыми. Только, причем амортизации только электроэнергетики. Вот. Помимо этого, он изнашивал транспортную инфраструктуру, которая поставляла глинозем, криолит, ну и прочее. Ну вот, теперь далее. Сами заводы, которые достались за копейки, ну там с возмещением амортизации, вернее, за возмещением износа, может быть, оно и осуществлялось, но не в полной мере. Вот, то есть, вот даже по минимуму, то, что можно проследить, это вот $500 2200. Ну, то есть, 1/4 бизнеса, ну, только по электроэнергетике, это получение амортизационной ренты. Вполне возможно, что вот это как бы 1/4 это очень неплохая прибыль, в принципе, да? Вот и, да, причем это доказанный минимум. Угу. Вот, это то, что поддается строгому расчету. Это строгий расчет. Ну, вот. Там дальше мы уже можем спорить. И, собственно, способ оценки степени разрушения транспорта и, допустим, инфраструктуры, которой пользуется не только Дерипаска, тут речь-то о корректности. То есть, ну, вот здесь у меня цель какая? Только доказать, что амортизационная рента есть, ну, вот, и она значительная. 1/4 это очень много. При том, что там признается... Как говорят, я не знаю, на самом деле так ли это, что на Западе там 2-3% рентабельность это нормально. Ну вот, а тут вот, пожалуйста, 1/4 сразу, 25. Ну вот. И, значит, у нас потом у меня на Ютубе на канале есть 1 минута, потом ее можно будет ставить. Там питерский бизнесмен, ученый, он, по-моему, технологии преподает. Ну, то, что я сейчас говорю, можно вырезать, будет. Ну вот, он, значит, что утверждает? Это была программа «Открытая студия». Он доктор наук, значит, и энергетик, по-моему. Значит, он утверждает, что это было 2011 года передача.
что на данный момент, на момент проведения съемки, 90% ВВП создается на основных средствах СССР. То есть СССР уже 20 лет нету, а 90% создается на основных средствах СССР. То есть, ну, представляете, да? Ну, математики. Да. Ну, странно, конечно, немножко. Мне казалось, что у нас ВВП примерно 75-80% это торговля, а она в значительной мере создается все-таки на новых. Нет, этого не может быть. Торговля 25%, по-моему. Да. Это просто не федерации. Может быть торговля столько. Ну да нет, прошу прощения. Потому что нам зарплату получать. Сфера услуг торговли. То есть это... Да, сфера услуг торговли. Условия, условия. Мне казалось, что большая часть этой сферы услуг, она создается на свежаке. Ну нет. Но сфера услуг это является фактически перераспределение стоимости. То есть там цифры, ну это и так, я просто сходу, что вызывает некоторое такое определенного рода сомнение. Ну, во всяком случае, с тезисом, что я понимаю, понятно. Речь идет о производстве, а не о ВВП было сказано, не о производстве было сказано. Да, именно так. Так а ВВП или производство? А ВВП. ВВП, вот точно. ВВП это несколько разные понятия. Да. Ну, Игорь, дайте сказать все. Ну, я просто думаю, что основная мысль состояла в том, что происходит. В последние десятилетия происходит просто эксплуатация инфраструктуры Советского Союза. Без вкладывания в обновление этой инфраструктуры или ее восстановление. Да. Если об этом речь, то с этим чего? Нельзя не согласиться. Он щелкает. Близкий приемник. Да, совершенно верно. Но только я здесь сказать более широко, обобщенно, не инфраструктуры, на капитала. Вот. То есть всего. То есть не происходит обновление капитала? Не происходит. Мало того, все бизнес-процессы на чем построены? На том, чтобы найти капиталоемкое производство вот, и посредством его посредством выработки на нем продукции и отсутствия вложений в возмещение износа получать сверхприбыль или просто прибыль. То есть, условно говоря, скорее всего, как? Советская экономика была замкнута, и каждое отдельное предприятие не оценивалось по шкале прибыльно, неприбыльно. Ну, по шкале, вот. То есть рассматривался весь народно-хозяйственный комплекс. Ну, вот, и он в целом уже что-то давал. Когда все это разделили, то есть как это все, откуда все эти истоки? Когда все это разделили, оказалось, что каждое конкретное предприятие убыточное, вообще все. Вот, там, Норильский никель, трубные заводы, прокатные, вот взяли, посчитали, ничего. Что делать, работать надо, надо. Но временно давайте поработаем без износа. Без компенсации износа. Без компенсации износа. А в силу огромной инерционности, вот этих капиталоемких отраслей, довольно продолжительная... пренебрежение вложениями в износ, возмещение износа, работает как фильтр низкой частоты и все, сглаживает. Вот, то есть это отложенные последствия. Вот и все. Ну, вот. И, а потом уже что, деньги-то идут? А разве это плохо? Это хорошо. Да, это стало просто бизнесом. То есть, по сути, там как? Стоит поставить в кавычки, буржуазия в кавычках наша, она, почему в кавычках, значит, она осуществляет утилизацию вещества СССР. Да. Ну, вот есть, это именно так. У Дерибаски даже есть такое интервью с ним. В конце, я, правда, не уверен, что оно настоящее, он говорит об утилизации СССР. Да. Ну, здесь еще хочу что заметить. Значит, помимо вот эта одна четверть, она легко высчитываемая. Теперь не совсем корректно и наблюдаемое только на качественном уровне. Видите, отсутствие вложения в человеческий капитал, да. Понимаете, тоже, да? То есть корректно там рассчитать невозможно, какова доля вот в слитках алюминия, отсутствие амортизации, но если это можно говорить применительно к человеку, ну это бесчеловечно, амортизация человека. Ну или лучше так сказать, амортизация социума, да? Вот. А насколько она значительна, тут можно и спорить, и тут метода нету просто, расчета его. Здесь просто вот здесь что хорошо, здесь бросается, вернее, это плохо, но хорошо то, что здесь,
Да, можно посчитать очень быстро, да, и тут корректность не пострадает. Вот, но все бы было хорошо, если бы этим занималась только буржуазия. Ну, причем в силу того, что, собственно, что такое капитализм? Ну, там Карл Маркс утверждает, ну, признаки. Это наличие рынка труда и рынок денег. Ну, вот. Вот там, где присутствует рынок труда и рынок денег, ну, возникает капитализм. Если посмотреть, и он это, и нам это привычно, кстати. Значит, и Маркс рассматривает формации, вернее, находит критерии отнесения к формации производства. То есть он все это рассматривает со стороны производства. Где-то вот в начале 20 века, по-моему, это первым, ну не в начале, в середине, первым это Жорж Батай предложил, насколько я знаю, находить, вернее, критерии отнесения к формации не производства, а потребления. То есть как потребляют. Ну, и у него получается, значит, два типа обществ. Значит, первое – это общество, растрачивающее бесполезно избыточный продукт. Это первое. Вот. Ну и второе – это общество, направляющий избыточный продукт на рост. Это уже капитализм. Но, причем, вот как классический там Карл Маркс, он как говорил, по мере развития производительных сил возникает излишек, ну, вот, который присваивают там сильные, и возникает первое в истории разделение труда на труд производственный и труд, нет, труд исполнительский и труд управленческий. Вот это первое историческое разделение труда. Но Батай, вот тоже, вот, и не только, вернее, это все основывалось на французской и американской школах антропологии и этнологии, вот, когда разъехались там все, по полинезиям, амазонкам и так далее. Значит, что увидели? Хотя в каждом обществе каждый индивидуум испытывает нужду, социум в целом всегда имеет избыточный продукт. Вообще всегда. То есть как человек появился там, ну, условно, 50 тысяч лет назад, когда речь обрел, да, и стало ему стыдно испражняться там каким-то, ну, да, звериным образом. Там много способов, много критериев тоже нахождения точки и признаков возникновения человека. То есть вот как только стал человеком, и у социума в целом всегда был избыточный продукт. То есть это не проблема, это и не проблема, и не следствие развития производительных сил. Избыточный продукт существовал вообще всегда. Вот, и большую часть человеческой истории, ну, не совсем это верно, наверное, историей называть, но большая часть человеческого существования, избыточный продукт был. Но, тем не менее, накопление отсутствовало. Поэтому вы не хотите это называть историей, потому что это фактически по кругу ходили и да, утилизировали. Да, по кругу ходили, да. Это по-другому еще называется тотальная поставка. Угу. То есть все, ну, это реализуется в уничтожении, угу, жертвоприношении, вот, грубо говоря. Ну, вот, и в более совершенных там ритуалах потлача. А в дальнейшем это все реализовалось тоже, это не производительные траты. Это уже в архаичном и традиционном обществе. Культ. Вот. Там каждая деталь церкви, даже куда никто не заходит, она отработана до совершенства. Зачем резьба под лестницей? Резьба как по камню причем. Она бесполезна, она не нужна. Ну вот, но это осуществляли. И что такое церковь? Церковь это не заводы, крупа. Ну вот, церковь, да, антизаводы. Антизаводы, да. Что делалось посредством направления избыточного продукта на строительство культа, культовых зданий и сооружений, и отправление этого культа, и согласие социума обеспечивать пропитание и жизнь служителей культа,
да, ну, сначала жрецов, осуществлявших жертвоприношения. Ну, кстати, их жертвоприношения, насколько я понимаю, относятся тоже к потлачу. Потлач очень агрессивен. Вот от стати... До вызова Бога уже такого, да? Ну да. Вот, да. И изначально вообще, ну, были, там было много попыток объяснения, откуда это все взялось, и предположение, что это из обмена невестами. Угу. То есть откуда потлач? Отдать невест соседнему племени, соседнему роду. А в ответ, спустя какое-то время, получили себе жен. Вернее, отдали своих сестер, запрет на инцест, да, куда деваться. Вот. Отдать свою сестру, вот, и использовать ее сразу. Собственно, и человек, чем от животного отличается, человек может отсрочить удовлетворение своего желания. Животное не может, а человек может. И вот в поставке сестры в соседний род, в соседнее племя, это и реализовывалась задержка реализации непосредственного желания. У нас сегодня все время задержка. Да. Все анти до задержки. Вот, и потом ответ получали. В ответ на дар своей сестры архаичный человек получал, вернее, человек архаичного общества, получал жену. Ну, а потом это более совершенные формы обмена. Вернее, как... Причем это... Накопление началось, ну, наверное, века с 12-го, с 13-го, вот, не ранее. Ну, вот, и началось оно в Западной Европе. Тогда же были... Что значит накопление? Накопление было. Чего? Чего бы то ни было. Накопление капитала. Накопление всегда. То есть, если мы строим храм, то это тоже накопление. Если мы строим пирамиды, это тоже накопление. Производительное накопление. Вот это имеется в виду. Да, да, да. Значит, накопление это накопление это отрицание потребления. То есть мы вместо потребления, мы непосредственно потребляем избыточный продукт. Избыточный продукт это непотребленный продукт. И он всегда был. Всегда был. Всегда был. И он всегда накапливался в какой-то форме. Он уничтожался. Просто излучай, как при напальном потлаче. Мы просто уничтожали. Он просто уничтожался. Накопили. Он или дарился соседям. Всегда был две формы. Либо накопление в виде чего-то материального, всегда было накопление, либо уничтожение. И оно было всегда, и на всем протяжении истории. Если мы строим храм, это накопление, не уничтожение. Не, накопление чего? Капитала. Если капитала, тогда бессмысленно говорить о 19 веке. Но нет, понимаете, в чем дело? Вот церковь очень трудно, хотя сейчас умеют на самом деле, но вот тогда, по крайней мере, наверное, было трудно ее вот с помощью амортизационной ренты перевести потом в деньги, понимаете? Вот, поэтому трудно... Да это кощунство попросту. Нет, понятно. Сейчас-то могут. Понимаете? Это понятно, о чем речь. Ну, просто можно действительно красивое понимание религиозного культа и строительства церкви, как вот такого подпотлача. Что такого сложного? Это точки зрения, но связывание избыточного продукта. Связывание. Либо уничтожение, либо связывание. Есть еще третий. Не, уничтожение, слава. Уничтожение, связывание это одно и то же. Нет, с экономической точки зрения это одно и то же. Одно и то же. А есть еще. Но с формальной есть я либо чай высыпал в океан, либо я построил пирамиду. То есть это одно и то же, одно и то же. Но по экономической, а фактически это либо связывание, либо уничтожение. Вот одно и то же. А оно противопостоит, если это из этого чая, я. Противостоит польза. Польза, да. Польза и ее отсутствие. А польза пирамиды какова? Противостоит потребление. Есть потребление или нет потребления. А дальше остальное, то есть то, что избыточный продукт в какой-то форме был связан или уничтожен, это естественно польза. Ну, польза возникла только в промышленном производстве. Я бы сказал так, тогда действительно пользы не было, но мы должны понимать, что сейчас в современном обществе невозможно так связать ресурсы, чтобы они потом кто-нибудь не нашел, как из них производить прибыль. Из пирамид производят, да, туристов возят, из церкви производят и так далее. То есть сейчас только уничтожать. Сейчас ни в коем случае нельзя вот их каким-то образом связывать и конвертировать куда-то. Потому что все как бы... Я слишком зря это все
Это ясно, что у тебя избыточный продукт идет на наращивание капитала, то есть производительных сил, идет просто либо на уничтожение, либо на связанность, что один черт. Я к свойствам капитала вел. Вот сейчас я его выскажу просто, как он выглядит у Карла Маркса, у того же. То ли это основной закон, у него называется, то ли просто закон. Закон самовозрастания капитала. Капитал имеет свойство самовозрастать. Правильно, да? Ну, вот. То есть оборот всего подряд человеческих усилий, воспроизводства людей. Но все это ради чего? Ради того, чтобы капитал самовозрастал. Для данного случая это не важно. Сейчас пока... Я к чему клоню? К закону самовозрастания капитала. У нас в России в виде потребления износа отрицается закон самовозрастания капитала. Просто он отрицается начисто. И реализуется закон, можно назвать самоумаления или закон самоуменьшения капитала. Что мы видим? Сжатие капитала. Вот сжатие. Сжатие лучше. Нет, сжатие, там ничего не выделяется. Вот отжимаем капитал. Нет, сжатие. Это не экономически же причина. Нет, просто там что кто-то сжимается, еще кто-то хотя себе что-то отжать. У нас просто нет экономической экономики. Но главный процесс, то, что действительно сжатие капитала. Вот, а вот для этого сейчас мы теперь сравним несколько стран. Мой-то тезис в чем состоит? Поскольку у нас не реализуется закон самовозрастания капитала, а реализуется невиданный еще в истории и абсолютно ему противоположный закон самоумаления капитала, то и у нас субъект капитала, то есть капиталист, как фигура, отсутствует. То есть поскольку у нас нету капиталиста, то у нас нету и капитала. Самое главное. Как изменяется капитал, вы из этого сделали вывод, что не будет капиталиста. Также, можно сказать, и нету и рабочего, что ли. Сейчас это и рабочих не будет. Мне кажется, что это не совсем корректно. С точки зрения Карла Маркса, да. А с точки зрения... то есть наш крупный бизнес, представители нашего крупного бизнеса не являются представителями... Да, то есть... Можно развить, я предлагаю развить Маркса, что прибыль... Зачем Маркса развивать? Нет, да потому... Прибыль возникает в движении капитала, неважно, туда или сюда. Если наблюдается движение, то в этом движении может возникнуть прибыль. В стоящем капитале прибыль возникнет. Дельта какая-то. То есть есть отжать или... Господа, это не прибыль. Это переворот монетарную форму амортизационной ренты. Это принципиально другая вещь. Фактически нет. Фактически он тихо банкротится. Да, вот наш он уже в приватизацию, еще когда купили за копейки нечто, да? Вот, и, допустим, завладев там таким дешевым электричеством, он уже получил вот этот капитал, а дальше он его потихоньку начинает спускать, да, и вот в процессе этого спускания... И здесь еще явно тоже прослеживается, что у нас сохранились с советских времен предприятия, которые обладают колоссальными производственными фондами, причем полный цикл их оборота, 20, 30, 40 лет. Мартен, да. Норильский никель. Да. Норильский никель — это больше добыча. Там тоже рента присутствует. Да, металлургический комбинат, в чистоте, там сырьевой ренты нету, там только амортизационная. Да. То есть просто отжимают и все. С периодом где-то лет 50. И, собственно, у нас и выплаты там как происходило. Если посмотреть, как ранжируются отрасли в зависимости от скорости оборота капитала, да? Легкая промышленность самая быстрая, пищевок самая быстрая. То есть то, что быстро очень сдохло, где короткие циклы воспроизводства, да? Там основной капитал заменен был. Он даже не заменен, он советский был весь высосан. Грубо говоря... В течение нескольких лет взяли и похоронили. Да, взяли и похоронили. Электростанцию, да? Электростанция, створ плотина 400 лет. Вот у него.
полный оборот. Ну а гидроагрегаты, вот уже проведем опыт, все мы знаем, 2009 год оказался, ну вот август. То есть прекратили замещение износа там где-то в середине 90-х, потому что по инерции, откуда, собственно, и долги были. Ну, вообще лучше об этом не говорить, потому что слишком много будет. То есть гидроагрегат в отсутствии износа, в отсутствии замещения износа, но за 15 лет он становится оружием просто массового поражения. Вот и все. Но теперь, значит, главное зафиксировать тезис. Значит, поскольку в России осуществляется самоумаление капитала, то и субъект, осуществляющий его, никак не может быть капиталистом. Вот. Ну и сюда можно отнести... Тут все-таки поясните, что это значит за тезис и почему он важен, да? То есть, вот как вы говорите, вот не может, он не может быть капиталистом. Что мы должны при этом подумать, как бы? Нет, традиционный капиталист, а вот, ну, тогда очень просто. Значит, я к этому тоже я клоню. Значит, Лев Давидович Троцкий разработал, ну, не теорию, по крайней мере, а прогноз, который, на первый взгляд, оправдался вполне. Что бюрократическая верхушка СССР рано или поздно переродится и реставрирует капитализм. Я-то утверждаю, что, и это произошло только в России, неважно, что хотела наша верхушка КПСС, но она, желая реставрировать капитализм, что ему приписывает там Лев Давидович, на самом деле осуществила нечто другое. Вот если мы, допустим, посмотрим на верхушки Китая, Вьетнама, да, Камбоджи, там Польши, Словакии, Югославии, они построили полноценный капитализм. То есть капитализм, он что делает? У него объектом эксплуатации является живой труд, человек. Капитал самовозрастает, человек отжимается. Все. Ну вот, потом человек утилизируется, на его замену приходит... То есть это тоже феномен. Есть различия? Есть, да. И причем даже здесь нельзя сказать, там можно привести было бы тезис, что там Китай, Вьетнам отсталый. Ну вот я вам привожу Югославию. То есть да, там Польшу, Словакию, Чехию. Ну, вполне себе нормальные страны, которые осуществляют промышленное развитие, промышленное производство и не осуществляют никакого потребления износа. Или осуществляют его не в преобладающей степени, как у нас. Угу. Ну, вот. Югославия, конечно, осуществляет, есть, но, конечно, не в таких степенях, как не у нас. Не в таких тут. Но 90% ВВП России до сих пор производится на основных средствах СССР. Ну, то есть, уже сейчас видно, да, разница? Ну, более она четкая. На самом деле, может быть, знаешь, в чем ответ на твой вопрос? Если все услуги, да, так или иначе в их стоимость включена, допустим, стоимость энергоносителя, электричества того же самого, вот как ты будешь там перевозить людей там и так далее? Дорог. Вот. Ну, дорог, отопление, магистральные сети. То, был, например, тогда это можно похоже. Кооператив Лента, где было большое количество мощностей электрических и тепловых, мы построили торговый центр. Да? Вместо теплицы. Ну, вы имеете в виду это. Ну, я не знаю, я, конечно, цифру склонен оспаривать, но тем не менее... Какую? 90%? Да, да, склонен, конечно. Ну, там доктор наук, промышленник, ну, пересчитаем, уже не пересчитаешь. Да. Нет, а здесь нету... Нет, ну, неважно. Нам сначала мерить, нам сначала... Это очень сложно. Это похоже на правду. Да? Надо метод сначала разработать. Вот я не представляю, как даже к этой задаче подойти, да, как ее поставить. Как раз мы с этим, с вашим блестящим тезисом, конечно, в основном согласны, что наши крупные предприниматели, так называемые, не являются предпринимателями и капиталистами по существу, а люди, которые просто-напросто осуществляют монетизацию мертвоценной ренты. Да, осуществляют алхимический процесс. Да, у нас есть, конечно, капиталисты, но они находятся на очень низком уровне, их мало. ВВП они не играют никакой существенной роли. Во власти не представлены. На социум влияния никакого не имеют. Кроме неудовольствия их наемных рабочих, которых они истязают. Ну, вот типа этого. Причина же это ясна, да? Понятное дело, что люди временщики дорвались, так сказать, до неких средств, которые они хотят присвоить. А поскольку это заводы в кармане... Парадокс, что капиталиста тоже, вот, допустим, присвоив себе... Нет, ну посмотрите, только Россия, только российская бюрократия. Нет, смотрите, советская. Временщики, я сказал, они хотят, пока они живут,
все, что возможно, унести. То есть как бы украсть. Я тебя... Если бы люди Влад, думали о будущем... Я хочу настроить, что один из самых главных потребителей миграционной ренты – это ты. Ну да, давайте... Один из... Давайте дальше пойдемте. Да, поехали дальше. Вот вы тут заотрезали, на чем? То, что попытка реставрации капитализма, вернее замысел, созревший во всех бюрократических верхушках всех стран социализма, кроме России, реализовался в капитализм, то есть что хотели, то и получили. Но лишь в России это превратилось в потребление взноса. Ну вот, и основным источником дохода у нас становится амортизационная рента, а вовсе не природная. Вернее, то, что относят насчет природной ренты, там тоже сложно выделить. Вот. Но там то же самое, торчит эта самая амортизационная рента, отсутствие разведки, ну и так далее. Да. Ставишь шахты, да. ставишь скважины, да. Ставят трубы, ставят железные дороги. Сейчас пролетариата у нас нету, предварю я вопрос. Да. То есть не только буржуазии у нас нету, теперь я перехожу к другому тезису. У нас КПРФ партия есть коммунистов, а пролетариат нет. Так вот у нас нет. Наверное, отсюда иммигранты сейчас возникнут, да? Мигранты это... Нет, это другая тема. Да, мигранты в Америке и мигранты у нас, это две большие разницы. Значит, я к чему? Что вот есть вот русский социум или постсоветский социум. Его пытаются представлять, вот, в том числе и КПРФ, я вам отвечаю. Вот, основываясь вот на таком вот перечне, их можно еще добавить. То есть чем мы недовольны? То, чем, как мы предполагаем, вернее, как они предполагают, Навальный, Зюганов, администрация президента, там, в котором все бегают, оппозиционеры. Вот. То есть, что они думают о русском народе? Они думают, а давайте мы будем осуждать приватизацию. Вот я не знаю, в 16.00 у них начался этот марш, вот сколько там народу, и чем это все кончилось, это очень интересно. То есть на самом деле все устраивают... Все думают, что Олимпиада. Вот сейчас мы обругаем Олимпиаду грязно. И русский народ тут же порвет Владимира Путина, который, как предполагается, осуществил это. Вернее, сформулировал замысел и реализовал его. Или коррупция. То есть мы сейчас все недовольны коррупцией, факты которой действительно имеют место, и оно вопиющее, но мы остаемся к этому безразличны. Далее, миграция. Здесь есть всплески, но они тоже никак не значительны. Или сырьевая рента, когда там Навальный говорил, я хочу пить нефть. Бей ты ее, что. То есть всем плевать. То есть, истеблишмент, вот этот политический, оппозиционный, он пытается воздействовать, импульсы. Да? То есть есть система, на систему производится единичный импульс. Теория системы-то, да, и сигналов. Там импульс Дирака подали, получили отклик и так далее. А на отклике ничего. То есть не реализуется ни в действие, ни в структуру. Кто только русских не звал и куда только не звали. В демонстрации, в стройные ряды. Там вот Кургинян недавно осуществил опыт. То есть там на пике было 20 тысяч, но для такой страны это ничтожно. А сейчас не знаю сколько. То есть явно русский народ не поддается. Кургинян, кстати, он вот это все дополнил. Как это называется? Метафизическим падением. Человек не глупый, он все это проанализировал, видит, говорит, это не трогает. Он разработал теорию метафизического падения. И оно никак вообще значимо, русское ядро не затронуло. То есть вот такое впечатление, что здесь то ли олигопрены, загадочные какие-то существа. Там же раньше относили на край земли центры Иерусалим, а по краям и на обратной стороне антеки, антиподы, моноподы, собакоголовые люди и так далее. То есть мы что-то подобное. Мы же не хотим так о себе думать, мы же хорошие.
Ну, ну это теперь, значит, о пролетариате. Ну давайте вот это все сотру, то здесь уже понятно, да? Конечно. Сверху. Синенькая. Вот сверху только. Нет, осталось. Синенькая это стирать. Тряпочка сверху, пластмассовая, синяя. Вот это да, она ездит так, берет, ездит. Вот, теперь. О пролетариате в кавычках. Когда в 91-м году к власти пришли демократы, вот насколько, если вы помните, я-то помню, мне было 21 год. Зарплата была там, ну, 150-250 рублей, да, доллар 30, ну, то есть мы получали где-то там 5-7-8 долларов. Ну, вот, ну там, бизнесмены, бандиты и там чиновники смелые, они не были представлены широко еще тогда. Ну, то есть в основном получали очень мало. Как только ввели рынок, по-моему, со 2 января это было, да, понедельник был. Первый, да, 2 января было понедельник, насколько я помню. И поэтому со 2 января ввели либерализацию цен. Розничных. Добавьте слово розничных, это принципиальный момент. Принципиальный, согласен. Ну вот, значит, убрали, либерализовали цены. Розничные, еще раз. Розничные, хорошо. Да, они резко выросли. Цены резко выросли, при том, что там на мы тогда еще молодые, наши родители испытывали, ну, существенные тяготы, которые можно, ну, сравнить с нахождением, с пребыванием там на краю пропасти вообще. И в то же время вспомним СССР. Вот. Тогда существовало, наши доходы делились на собственную зарплату, вот, то есть было целое. Ну, целое бесконечное понятие, да? Понятно. Ну вот, то есть то ничего нет. Вот была зарплата, часть, и фонды общественного потребления. Ну вот, вот эти вот фонды общественного потребления, в том числе, шли на дотации квартплаты, так тогда это называлось, на структуру которой входила оплата электроэнергии, отопление, горячей воды, ну, уборка и прочее, значит, водопровод, канализация, ну, вот, водоотведение, все. И уборка, но у нас, по-моему, до сих пор не убирают в Твери. Ну, то есть это можно выкинуть, тогда остается из, ну, выкинуть из анализа. Ну, вот. Остается тогда что? Это все отрасли городской инфраструктуры. Опять с тем же самым колоссальным капиталом. И что важно, больницы с капиталом. Все, да, я так понимаю, больницы там. Ну, больницы нет. Я говорю о квартплате. Да, только о квартплате. Вот, в ее структуре. А сейчас можно сделать перерыв, чтобы проведаться. Давайте. Давай. Я покурю. Ну, я вроде разошелся и нормально. Да нет, нормально, вы очень замечательно рассказываете. Просто надо сделать перерыв. Ну, я на друзьях эксперименты ставлю. Да, я уж не первый раз это рассказываю.